Полицейский пост на каждом перекрестке не поставишь. На помощь пришли новейшие технологии. Создано муниципальное автономное учреждение «Безопасный город». Уже установлено 18 камер видеонаблюдения в важнейших местах города, где бывает больше всего людей. Сотрудники круглосуточно контролируют обстановку. Все сотрудники у нас обучены работать с программным обеспечением, с системой видеонаблюдения, что позволяет нам очень быстро правильно наводить камеры, регистрировать, фиксировать, ну и сохранять полученную информацию. Здесь не намерены успокаиваться на достигнутом. Зона видеонаблюдения постоянно расширяется, совершенствуется оборудование. Еще 5 камер планируем установить в ближайшие вот неделю-две. Также расширяем сети. В данный момент ведем расширение сети на больнице и Кубриз, поселок Кубриз. Вот. По расширению еще планируется оптовый рынок, ну, и промзона. Думается, что с началом работы безопасного города в Славянске стало спокойнее. Безопасность – забота общая. Андрей Вишневский, Андрей Шевердин, Максим Пащук. Программа «События».